«Перечитывая Бродского» – так называется персональная выставка художника Александра Яковлева. Эпиграфом к выставке послужили слова поэта «Мы живы, пока мест есть прощение» и «Шрифт». Именно «Шрифт» является основой в каждой работе краснодарского каллиграфиста. Серия из 40 листов с высказываниями и фрагментами стихов любимого поэта написаны в разных техниках. Использовалось все – тушь, чернила, гуашь, батик и другие материалы. Творчество Александра Яковлева – это синтез живописи, графики и каллиграфии. То есть это композиции шрифтовые и цветовые. И каждый, наверное, сможет для себя даже какую-то цитату определенную почитать и подумать, лишний раз обратиться к творчеству Бродского и получить эстетическое наслаждение. Эта коллекция создавалась на протяжении 16 лет. Какие-то работы удавалось написать за пару часов, на некоторые уходили годы. Я дожил уже до этих лет, ночь один, дожив до седин, ужинаешь один, сам себе быдло, сам себе господин. Ну, поэтому я и начал этим заниматься лет 16, наверное, 15, как уехал из душного Краснодара на дачу жить. Вначале ловил рыбу и рисовал, потом бросил ловить рыбу и продолжал рисовать. А потом, Бродский нравится больше всего, поэтому мне это ближе, и хочется делать, делать и делать. Работы Александра Яковлева уже были представлены на выставках в Сочи, Краснодаре и Волгограде. Его произведения находятся в частных и корпоративных коллекциях в России и за рубежом. Помимо полотен, посвященных творчеству Бродского, есть и интересные шрифтовые композиции, портреты и даже живопись. Но больше по душе Александру перечитывать любимого поэта. Оценить творчество Яковлева можно будет в течение месяца. Выставка находится в арт-медиа-центре «Родина». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.